Так, новости. Ну, собственно, главная новость, что новостей нет. Как я уже постоянно повторял, когда все хорошо и ровно, то, собственно, и новостей нет, говорить особо не о чем. Когда там какие-то проблемы, тогда новостей, о, выше крыши. А у нас сейчас все спокойно, ровно, система развивается. Вот, собственно, и вся новость. Но это не означает, опять-таки повторяю, что надо сидеть сложа руки и наблюдать, как все хорошо идет. Надо прилагать все усилия и развивать систему. Мы, с своей стороны, тоже прилагаем эти усилия. Ну и, конечно, главное – это активность участников и руководителей. От нее все и зависит. Но это, как повторяю, каждый раз. Но, тем не менее, еще раз повторить не вредно. Так что вот так, собственно, это и все новости. Ну что, тогда до следующего раза. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.